Дорогой друг, я приветствую тебя. Сегодня хочу говорить на такую тему, важную, радикальную. Как всегда, мы будем называть вещи своими именами. А сегодня я хочу говорить о причине успеха. Сегодня я хочу говорить вообще о таком понятии, как успех верующего человека. На самом деле, я наблюдаю такое явление. Человек, живя в миру, оценивается людьми по какому-то критерию его успеха, да, в личной его жизни, в материальной жизни, физической и так далее. Такая оценка происходит. Он приходит разбитый в церковь, приходит часто полностью банкротом в церковь, да? И через некоторое время сталкивается с такой же ситуацией, когда ему говорят: ну, если бы у тебя были близкие отношения с Богом, если бы ты знал Бога, то ты бы был обязательно успешным, у тебя бы было преуспевание, у тебя бы было там рост. И вот такие категории, знаете, употребляются в доводы, в аргументы, употребляется такой же довод, как в миру. Преуспевание, процветание, рост. Там умножение, и, конечно же, как и все остальное в церкви, подводится под какие-то духовные истины, указанные в Писании. Если вы меня спросите: ты что, против успеха, ты против процветания? Да нет, конечно. Боже упаси, конечно же, я за процветание, конечно же, я за рост, за умножение, за все эти прекрасные вещи. Вообще хочу сказать, что в оценке вот этого слова «успех», особенно когда речь идет за духовного человека, когда речь идет за Божьего человека, она далека от однобокой оценки его преуспевания вот в практической, физической жизни и даже в служении. Потому что сегодня Бог смотрит на людей не так, как люди смотрят друг на друга. Я думаю, что это для вас не секрет. И чтобы приступить поскорее к конкретному сопоставлению успеха, того, что Бог считает успехом, и того, что люди считают успехом, и даже верующие люди, и даже служители, и служители высокого ранга так часто расходятся с Божьим мнением. Конечно, в Писании сказано, что мы, верующие люди, христиане, мы народ, взятый в удел. То есть у Бога есть для нас определенный удел, есть часть. Даже само слово «счастье», оно имеет в корне своем часть. То есть ты будешь с какой-то частью. То есть Бог тебе что-то даст. Но почему-то, когда мы говорим за часть, действительно предполагается, что это уважение, почет, что это обязательно что-то большое, что-то такое видимое, признаваемое всеми людьми. Я бы хотел тебя спросить, забегая, может быть, вперед, а ты бы хотел иметь с Богом такую часть, как отдать свою жизнь за Иисуса Христа? Например, вот эта честь, которая, она будет с тобой посмертно, можно сказать. Честь, которую многие люди могут не понять, этой чести. Или, как Павел говорит, о страданиях. И страданиях не за свои грехи, а страданиях во имя служения, которые иногда приходится верующим людям, служителям настоящим, переносить. Как насчет такого успеха? Когда мы говорим с верующими людьми, с христианами, люди, которые в церкви, да, и можно спросить, какие вы знаете признаки успешного служителя? Вот вы бы какие назвали. Обычно это можно услышать следующее. Первое. Бог поднимает в служении. Второе. Много людей вокруг него, да? То есть у него там люди, церковь, может, большая там. Третье – это Бог доверяет финансы. То есть финансы, да, когда много денег в церкви считается, но Бог доверил, то есть нечистые руки он бы такого не доверил. То есть это успех. Четвертое – авторитет. То есть ты становишься очень уважаемым. То есть как будто Бог, он оказывает тебе особый знак. То есть есть много больших служителей, но он, например, оказывает особый знак. Я сейчас говорю не только за каких-то известных людей, а говорю за нас, за простых верующих, служителей. То есть даже если ты неизвестный человек, но
ты считаешь успехом для себя, если бы Бог дал тебе авторитет. Что касается авторитета, то я даже, мне рассказывали такую историю, как одному служителю пришли и сказали, что ты такое вытворяешь? Ну, что-то он делал не то. Как ты можешь так поступать? Что ты себе позволяешь? На что он ответил? Послушай, что ты мне тут будешь рассказывать? Ты видишь, какой Бог мне успех дал? Посмотри на мой успех. Если бы я был неугоден Богу, он бы мне такой успех не дал. И, вы знаете, вот в какие-то такие моменты жизнь сделала так, что я задумался о том, что такое на самом деле успех. И когда ты будешь рассматривать, дорогой мой друг, вот эти все критерии успеха, на самом деле, ведь мы говорим о том, что только Бог знает правду, да? Но на самом деле точно такие критерии успеха ты можешь найти даже у Иуды. Ну, был апостол Иуда. Можете себе представить, что у него было все. У него было апостольское звание, у него была позиция среди людей, то есть все уважительно относились. Более того, он носил ящик с деньгами. Вот представьте, Бог доверил ему свои деньги, своего служения, он носил туда. Более того, он распоряжался этими деньгами. Судя по тому, что он имел право голоса, что можно отдать нищим, то, что потратили на Иисуса. Вы помните эту историю, когда женщина вылила дорогое масло, дорогущее масло на ноги Иисуса, он говорит, да можно было нищим раздать. Ну и там написано, что это он говорил не ради нищих, а потому что был вор. О чем говорится, что каждый раз, когда ты слышишь, что кто-то там кормит нищих, это еще не значит, что кормят нищих. То есть мы видим, что даже этот человек, он распоряжался Иисусовыми деньгами, да? И на самом деле, дорогие друзья, я хочу сказать, что человек, который хочет использовать Иисуса для себя, он на самом деле может получить от Иисуса какую-то лучшую часть. Он на самом деле не обязательно, что только человек, который что-то заслужил. Ведь мы знаем, мы живем в Новом Завете, что Бог благ. Он и на праведных, и на неправедных солнце светит, да, и всем дает. Всем отвечает. То есть Бог сегодня, можно если так сказать, Он дает собой попользоваться. Когда я сегодня говорю за Иуду, я не хочу ни на кого бросить тень, но тем не менее я хочу представить вашему рассмотрению его историю, как историю успеха, определенного успеха. Послушайте меня, дорогие друзья, что я вам хочу сказать. До самой-самой ключевой развязки истории Иисуса, человека Иисуса, никто не знал об Иуде вообще ничего. Этот человек ходил в команде Иисуса. Он с ними провел последнюю вечерю тайную. И на самом деле, только когда он привел воинов, чтобы взять Иисуса, только тогда раскрылась правда, предательство его. Смотрите. Сегодня я хочу заострить ваше внимание на истории вечери. На последней вечере Иисус сказал, что кто-то из возлежащих с ним предаст его. Он всем умыл ноги, они все сидели за столом, и он говорит, один из вас меня предаст. Это наша последняя трапеза вместе. Потом я умру. Один из вас предаст меня. Матфей описывает, что все начали спрашивать, не я ли, не я ли, не я ли. Мы не можем досконально знать, как это происходило, потому что когда Иисус отвечал на вопрос Иуды, не я ли, он ему сказал, ты сказал. То есть Иисус конкретно сказал Иуде, он сказал это лично ему. Но никто ничего не понял и никто ничего не знал. О том, что предатель это Иуда, на той вечере Иисус сказал лично Иуде. Иуда знал, что Иисус в курсе. То есть Иуда, он знал, что он предатель. Иисус знал, что Иуда предатель. Но дальше разворачивается вообще какая-то странная история. Они сидят за столом. Иисус говорит, что один из вас меня предаст. Иуда в курсе, что это он. Но остальные не в курсе, поэтому они спрашивают, не я ли, не я ли. А потом Петр, видя, что Иоанн лежит на груди у Иисуса, возле него, да, там,
показывает ему знаком и говорит: а ну спроси, кто предатель? Иоанн спрашивает у Иисуса. Кто? И Иисус говорит Иоанну, он говорит: кто съест это? Вообще, как бы, хочу вам сказать, друзья, и это ни для кого не секрет, если вы изучите этот вопрос, то с удивлением обнаружите, что это был особый знак особого почета. В частности, когда отец семейства собирал свою семью, да, за столом, и вот именно так он поступал по отношению к ребенку, к сыну, да, которого, ну, который в его глазах наиболее сейчас, которому он благоволит. И это было интересно. Многие источники, они говорят, тем самым он пытался Иуду как, ну, усовестивить, да, там, как-то сделать так, чтобы он внутри пережил это раскаяние. Ну, то есть, представьте эту ситуацию. Иисус глаза в глаза с Иудой подает ему этот кусок. Иуда его принимает, этот кусок. Я хочу сказать, что все люди, которые сидели за столом, все ученики, никто не знал, что этот кусок почета делает на самом деле. Они все считали, что Иисус тем самым почтил Иуду. На самом деле Иуду можно смело назвать успешным человеком. Я уже перечислил, за что он отвечал. Он отвечал там за финансы, у него был авторитет, он там бесов изгонял. Все это любой верующий человек это знает. И вот даже в этом кругу, где сидели одни апостолы, одни служители, одни избранники Господни, представьте, сам Иисус оказывает ему знак почета. Что дальше? Еще раз хочу акцентировать ваше внимание. Никто из учеников не знал, что на самом деле означает этот кусок. Когда ты видишь, вот знаешь, как вот я говорил, Бог дает авторитет какому-то служителю. Вот авторитет. Авторитет. Знаете, сам вот этот почет, сама вот эта позиция, даже какой-то вот эта отметина среди остальных служителей, может быть, какая-то особая популярность, знаете, вот слово такое, популярность, она еще ни о чем не говорит. Она еще не говорит о близких отношениях с Иисусом. Вот посмотрите. После этого куска написано, Иуда услышал от Иисуса такие слова. Немедли. Хочу про это поручение чуть-чуть сказать. Представьте, сидят ученики, видят, как Иуде оказана особая почесть. И тут же Иисус дает ему какое-то задание, о котором никто не догадывается. Он говорит, что делаешь, делай быстрее. В Евангелии от Иоанна написано, что никто не понял, о чем они говорят. А подумали, что он дает Иуде поручение купить что-то к празднику. И я вам хочу сказать одну вещь. Вечеря была тайной, потому что их уже искали, их уже преследовали. Уже было опасно выходить на улицу. Уже все так, знаете, сгустилось настолько, вот эти опасные моменты преследования, что не так просто было вот так выйти и куда-то пойти. И вот Иисус, оказав ему почесть, дает ему специальное задание. Ученики думают, что Иуда особо смелый человек, который сейчас может вот так пойти исполнять Иисусовы поручения. О том, что никто из учеников не догадывался, что именно произошло в этот момент, говорит еще и то, что никто из них не попытался Иуду остановить. Как вы думаете, если бы они догадались, что Иисус конкретно показал Иуде, что он предатель, конкретно уже знал, что он сейчас, выходя из этой горницы, он идет его предавать. Как вы думаете, горячий Петр бы остановил Иуду? Конечно. И все другие ученики, они бы не дали Иуде даже выйти оттуда. Именно поэтому все произошло так, как произошло. Иисус оказал почет, особый почет, особую, знаете, вот почесть, авторитет в кругу, узком кругу посвященных людей. Дал ему еще задание, как подумали все остальные, что он пошел на спецзадание. И только один Иоанн, дорогие друзья, он знал настоящую причину.
И вот, в заключение, я просто хочу сказать одну, подводя итог. Знаете, как вы думаете, из всей этой компании, из всех этого круга служителей, кто имел настоящий успех? Мое мнение, дорогие друзья, что настоящий успех имел Иоанн. И вы знаете, человек, который знал секреты от Иисуса, человек, который слышал его голос, даже такие вещи тайные, о которых не знали другие ученики, он стоял потом у креста. Когда Иисус висел, там был Иоанн. Это тот человек, который удостоился принять, позаботиться о матери Иисуса. Тот человек, которого удостоил сам Господь, удостоил быть сыном, да, Марии. Мада! Мать! Это твой сын. Иоанн! Это твоя мать. И он не носил деньги. Знаете, он, не, может быть, не удостоился такого почета, как любимый там сын, да, когда ему дали этот кусок. То есть успех, часть, почесть. И главное, то, что он знал причину успеха. Такого человека, как Иуда, он знал об этом. Что означает на самом деле этот успех, этот почет, этот авторитет. Знаете, это не новость вообще. Я хочу вам сказать, что еще в Ветхом Завете есть такие примеры, как Аман, который поднимался и был успешен в царском дворе. Точно так говорил Асав, священник, в 72-м псалме, когда он говорит: «Я наблюдаю успех нечестивых людей. Боже, почему так происходит? Почему нечестивые поднимаются? Почему они преуспевают? Почему их не видно на работе со всеми людьми? Почему? Почему? Почему?» И в один момент он говорит, 72-й псалом, 16-18 стихи, он говорит: «О, я думал, как это трудно понять, вот успех таких людей, до тех пор, пока не вошел во святилище. Так, на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасть». Я хочу тебе сказать, дорогой друг, иногда успех является наказанием, иногда успех является судом. Иногда, почему Давид в тех же псалмах, Давид говорит: «Суды твои, они прекрасны». Когда ты не имеешь Божьего, знаете, когда Бог не может тебе сказать: «Эй, ты что делаешь? Все, ты закрыт для этого». Тогда он говорит: «Ну, на тебе успех тогда, на тебе успех». И человек начинает подниматься. Асав в эти моменты, он был точно как Иоанн. Он, знаете, говорит: «Пока я не вошел во святилище». Иными словами, когда он лег на грудь Иисуса, когда он сблизился с ним, я сейчас говорю, может быть, ну как, свожу эти параллели, но подумайте, близость с Богом, она открыла ему глаза на истинную причину успеха нечестивого человека. Поэтому, дорогой друг, когда ты слышишь, что какой-то человек в своем нечестии еще и процветает, еще у него даже может церковь расти, еще у него какой-то успех такой, знаете, очевидный, пусть тебя это не прельщает. Я сегодня это говорю не ради разрушения чего-то там, роста, а говорю это ради того, чтобы ты занял позицию Иоанна, чтобы ты мог различать это, потому что сидели остальные 10 учеников, кроме Иуды и Иоанна, и они не в курсе были, что происходит. А в это время Иисус позволил Иоанну войти во святилище, как этому Асафу, и говорит: «Он на скользком пути, ты знаешь об этом, он на скользком пути». И вы знаете, дорогие друзья, я хочу сказать последнее. Настоящий успех – это, как бы это может кому-то банальным ни казалось, настоящий успех, дорогие друзья, это знать правду. Иногда правда, она плохая, она неприятная. Иногда правда не приводит к видимому успеху. Иногда правда, она не приводит к какому-то такому росту. Ты не будешь ходить с ящиком денег. Может быть, тебя даже не будут называть апостолом или кем-то важным. Может быть, знаете, как говорят, ну, что у тебя не будет там роста, умножения. Вообще, я хочу сказать, если честно, я часто слышу, когда люди говорят,
амбициозные люди говорят, я видел себя, у меня было пророчество, что вот я стою, и миллионы людей. И знаете, как? Я никогда не слышал такого пророчества кому-то, кто-то пришел бы и сказал, ты знаешь, Бог мне дал особый успех, я видел себя у креста. Я видел, что он мне поручает какую-нибудь старушку на попечение, да, там. Почему-то это не считается никаким успехом. То есть люди, они считают, что успех это стоять с микрофоном и много людей. Дорогие друзья, я хочу вам сказать, что настоящий успех это слышать шепот Иисуса Христа в свое сердце. Настоящий успех это открытые глаза. В то время, когда все кому-то завидуют, у тебя есть открытые глаза, у тебя есть его голос. Дороже этого ничего нет. Это люди, категория, которые стоят у креста. Это люди, которые всегда знают правду. Это люди, которые имеют развлечение. Вот успех. И знаешь, я хочу тебе сказать, часто случается так, что ты не будешь богат. Ты не будешь знаешь, каким-то очень известной популярной звездой. Но то, о чем я тебе сегодня говорю, это несравненно лучше. Поэтому, мой друг, сегодня я желаю тебе этого успеха, радости в познании, личном познании Иисуса Христа, Его голоса внутри, Его биение сердца, когда ты лежишь у Него на груди, и зрячие глаза на всю ту безвкусную роскошь, которой пытается кичиться человек, которого удел не в Боге, а в этой земной жизни. Благословляю тебя именем Иисуса. Пусть радость в познании Христа будет каждым днем у тебя. Аминь.